Уважаемые друзья, всех приветствую. В Москве в это время проходит очень важное мероприятие. Завтра состоится 5-й пленум нашей организации КПРФ, нашей политической партии. На нем будут рассмотрены различные вопросы, касаемые внутренней повестки, внешней повестки. Я думаю, ожидания мои будут оправданы на 100%. В данный момент мы встречаемся с руководителями региональных комитетов КПРФ, обмениваемся опытом. Поэтому по приезду в Тугу я обязательно проинформирую, что же здесь было и с какими решениями и тезисами мы идем в дальнейшую политическую работу. Правительство Москвы, более того, ну, по таким как бы неофициальным каналам, в принципе, к нам, в задаче которой была поставлена именно поиск вот любых возможных, как это все, значит, схватиться за это и постараться довести до кандидатов. И работая со своей партией, попытка через этот мандат протаскивать от людей, которые могут, за которыми даже стоять криминальные структуры, это возвращение на несколько десятилетий назад. Нарастающее недовольство курсом, период разнузданного либерального шабаша. Амар Мандехундутени Тагархит. Здравствуйте, уважаемые товарищи. Меня зовут Красовский Леонтий. Я представляю Республику Бурятия. Ну и передаю пламенный привет нашим товарищам из братской Тувы. Мы уверены, что вы правильно делаете правильные дела. И я уверен, победа будет за нами. А сегодня начинает свою работу одно из важнейших политических событий не только для нашей партии, но и для страны. Очередной пленум Центрального комитета, который подведет определенные итоги работы за этот промежуток времени. Так скажем, мы сверим свои политические часы, все правильно ли мы делаем, каким курсом мы идем. Но хотел бы важное отметить, то, что сегодня КПРФ – это боевая партия, партия воюющая. И сегодня на пленуме будет сказано о наших товарищах, которые отважно сражаются на фронтах в ходе специальной военной операции. И хочу напомнить, сегодня более 300 коммунистов сражается на СВО. К сожалению, некоторые из них погибли, но мы чтим их память. И сегодня важно говорить о том, что Коммунистическая партия Российской Федерации делает все возможное, чтобы защитить братские народы Украины. Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы находимся в городе Москве на пленуме Центрального комитета, который сегодня рассматривает очень важные вопросы, которые касаются жизни всех наших граждан. Для нас это очень важно, и это будет очень важно для всех жителей нашей страны. Мы эту программу донесем, и мы ее претворим в жизнь. Стало с вершиной наших государственно-политических достижений за всю тысячелетнюю историю. Это серьезный разговор. Мы сегодня пройдем Николаевич, Ли Чанся, Павел Юрьевич, Макшарипов, Юсуп Исаевич, Негребецкий, Александр Юрьевич, Теплов, Артем Сергеевич. От жизни, от сахи, от производства, от института, университета. У нас только тут три генеральных директора и чемпион Европы. Так что давайте еще раз поаплодируем. Первый всесоюзный съезд советов провозгласил Союз Советских Социалистических Республик. Сегодня мы находимся на очень важном мероприятии, пленум Центрального комитета, на котором идет прежде всего речь о текущей ситуации, и опираемся мы именно на опыт советского народовластия. Наша страна сейчас переживает нелегкие времена, но самое главное, что у нашей страны есть огромный исторический опыт, как из этих ситуаций выходить. Именно власть должна изучить доклад Геннадия Андреевича, программные принципы КПРФ, ну и самое главное, опираться на тот опыт, который мы уже проходили, начиная с 17 года, 41 год, и у нас очень много того опыта, на который, если мы будем действительно опираться, а не
в долгий ящик его куда-то прятать, мы сможем выйти из любой кризисной ситуации. По развитию это подстегивало наших пройдены колоссальные дистанции наскальных рисунков до эпохи растущими производительными силами. На простом для других в качестве нашего общества. Будет 5 ноябрьского пленума ЦК КПРФ. Вы только что прослушали доклад Геннадия Андреевича Зюганова, который называется «Опыт советского народовластия. Задача КПРФ в борьбе за подлинную демократию, социальный прогресс и дружбу народов».